Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Крис. Сегодня мы играем в Майнкрафт на сервере Лесткрафт. Да, я поставил скин и поменял ник. Вот у меня такой вот скин новогодний. Не сильно новогодний, но некоторые поймут, что новогодний. Ладно, все равно. Так, сегодня мы будем играть на Лесткрафт, как я уже говорил. Сегодня мы поиграем в игру, название которой будет... давайте поиграем. Вампир Z. Сейчас загрузится. Итак, сейчас, подождите, отвиснет. Так, я продолжаю. Вот. Так, сейчас скину. Да, скин слетел. Где что-то не пол. Почему? Ну ладно. Похоже, ну, короче, игра багнула, и у меня скин слетел. Ну, потому что у меня вылетело, короче. Пришлось перезаходить, и скин слетел. Ну ладно, потом поставлю. Так вот, поиграем мы сейчас в Vampyr Z. Пойдем на арену вторую. Чурч. Чурч. 11 для старта нужно 12. Давайте подождем. Да, сейчас игра через 120 секунд начнется, а для вас это будет мгновение, так что... Так, мы продолжаем. Кстати, у меня скин вернулся, да, вот, как видите, это, короче, Майнкрафт немного подлагал. И осталось 5 секунд. Короче, пока вот, пока я тут бегаю, вы, может, ничего не видите, но ладно. Короче, объясняю смысл игры. Это как бы хоррор. Нас бьют. Вампир. Ну, это типа зомби. То есть, смотрите, один зомби. Он как бы это всех убивает. Да. Сразу говорю, если вы потерялись, это, всему, так сказать, конец. Зомби ходит. Дом. Вот всегда советую бежать вам в дом. Короче, вампир это... То есть, вампир убивает и... Тот становится... Ну, кого вампир убил, тот становится вампиром. В данный момент там какой-то пацан. Сейчас скажу, как его ник. Крип стал вампиром, но... Потом станет вампиром кто-то другой. И если зомби, кстати, убивают, то же самое. Вот, был убит вампиром, это уже два вампира. Это, кстати, иногда бывают такие, типа, это... Мы можем на секунду видеть, что вампиры там, около нашего дома. Лучше дверь закрыть. Ну, не... Я не могу вполне ломать стекла, но они, надеюсь, они глуповаты. Не сломай стекла, уйдите. Я вам помогу открыть. Простите за мой кашель, я заболел. Ждем, что сказать. Ну, тут как бы я буду все время болтать. Ну, потому что тут больше нечего делать. Уйди, тупой пень. Тупой пень. Вот что он делает, зачем он стекла ломает? Вампир, я Тим. Опа, вампир. На. Мы, как вы видели, я ударил вампира. Да. Кстати, подлагивает, это бесит жестко. Кстати, зомби, там зомби, они вроде... Да, там... Но еще один пацан. Ой, блин, вампиров уже 7. Это очень много. Скоро надо будет бежать из этого дома, хотя тут много людей. Надеюсь, если они тупить не будут... Быстрее, закрывай дверь. Ты... Ай, меня сейчас убьют. Быстро надо... наверное, зелье лечения. Прости, что трачу все это зря. Но что не трачу, потому что я сейчас коплю на хорошие вещи. Убейте вампиров, закройте дверь. Я сказал, закройте дверь. Да закрой дверь. У нас 80 осталось, а меня бьют. Меня бьют. Я Тим с вами. Ну, конечно, конечно. Так поверим в вампиру. Уйди. О, нет. Вампир. Бьем вампира. Вампира лучше убить. Иначе, кстати, да, волны через 13 секунд, ну, многие уже будут железки. И железка это очень хорошо. Уйди, вампир. Тут вампиры. Новая волна. Я покупаю железную броню. Тут, как видите, нам дают деньги. Сейчас я потрачу деньги на...
На, меч, меч. Аз, вампир, вампира. Кстати, я так подумал, лучше... Нет, 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 уйдите, 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 тупые вампиры. Блин, 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 что я здесь делаю? Знаете, я так подумал, у меня скоро меч сломается, и лучше... Я буду тут стоять в углу. Тут уже, кстати, много пацанов там. Да бейте, бейте, бейте их. Бейте их. Знаете, ребята, по-моему, все ужасно. Пацан сзади. Пацан сзади. Вампир стоит, вампир, вампир. Да убейте вы его. Уйди. Уйди, уйди. Отойди. 30 золота. Мог купить железный меч. А, зомби, зомби. Зомби, 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 зомби. Зомби, зомби. Зомби, зомби. Знаете что? Я сейчас, пожалуй, куплю зелье лечения. Да. Вот, меня убили. Я не знаю, почему я выпил зелье лечения. Но это вообще какой-то... Я даже не понял, почему. Как меня убили, я, похоже, не успел выпить зелье лечения. Но теперь, как вы видите, я вампир. У меня такой клык вампира. И есть магазин, да. Можно улучшать. Все такое. И теперь мы видим, все хорошо, мы как бы вампиры, все такое. Не знаю, сколько выжившие проживут, но ладно. Мы сейчас, кстати, невидимы. Как видели, только этим только видно. Ага. Зачем он там зашел? Я даже... Теперь нам надо искать оставшихся выживших. Карта тут очень большая. Выживших найти очень сложно. Тысяч там кто-нибудь. Ахаха. Шестая волна началась, кстати, плюс 20 крови. За кровь мы можем покупать там. Да, мы уже всех убили, победила команда вампиров. Да, это очень хорошо. Ну, это как бы не очень хорошо, но нам за это денег не дают вроде. Потому что обычно всегда вампиры побеждают. Так что, потому что... Ну, эта карта еще была прикольная, но... Сейчас, подождите, секунду, секунду. Монеток 0, да. Тут как больше выживаешь... тем больше монеток. Но теперь мы поиграем в другую игру. Угу. Я даже... Давайте еще раз сыграем, только уже в другую игру. Ласткрафт, видите? Давайте поиграем в быструю игру. Давайте сыграем Best of Skywars. И так пока грузится, я думаю, можно поставить на паузу. Вот, я продолжаю. В общем, быстро выберем какой-нибудь. Да, тут ничего не доступно. Ждем 20 секунд. Короче, я думаю, все знают, как в Skybars, то есть битва на островах, что такое. Соло, есть еще тим, но это на Хайпикселе. Я, может быть, сыграю на Хайпикселе, кстати.
тут быстро собираем. Я думаю, мы сейчас быстро пойдем рашить. Рашку нападать. Ну, это для тех, кто не знает, что значит рашить. Да, один сундук, не очень хорошая карта. Но сразу, я думаю, можно напасть на них. Простите за мой кашель. Там никого нет вроде, хотя там точно кто-то есть. Нет. Ладно, я проиграл, и я думаю, на этом можно закончить. На этом можно закончить, так что... Так что... Всем пока, дорогие. Я с вами был, я Крис. Подписывайтесь, ставьте лайки. И... Оставляйте положительные комментарии. Всем удачи и всем пока.